В семье российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова пополнение. У президента Eagles MMA родился сын, сообщает официальный аккаунт клуба в Instagram. Отличная новость, день начался с очень хорошего события. Только что у президента клуба Eagles MMA Хабиба Нурмагомедова родился сын. Напомним, что Нурмагомедов проведет первый бой с ноября месяца. Его соперником станет бразилец Эдсон Барбоза. Поединок состоится утром 31 декабря по московскому времени. Победа может впоследствии обеспечить Нурмагомедову шанс завоевать пояс чемпиона UFC.